Школьники привезли бронзовые медали с республиканского чемпионата по футболу. Чтобы получить путевку на большие соревнования, проводимые в городе Семей, юные спортсмены школы-гимназии номер 3 соревновались в первенстве города, а затем в областных соревнованиях. Футбол – игра, в которой просыпается азарт. У мальчишек, гоняющих мяч после школы, возникает желание показать, кто лучший на поле. Отличная возможность появилась у учеников 3-й гимназии. Команда отобралась на республиканский турнир, проходивший в Семее. Забрала оттуда почетную бронзу. Первую игру мы выиграли со счетом 6-2. Вторую игру с Алтау мы выиграли 3-0. Третью игру мы сыграли с Алматой. Это было за выход в 1-4. Это было 6-2. С Акмолинской областью нам было бороться за финал, но мы проиграли 6-2. А с Мангистау мы выиграли игру 7-3. В республиканском турнире сыграли 13 команд. Наши спортсмены выигрывали с явным преимуществом. Немного не повезло в игре с футболистами из Кокшетау, но все-таки каргандинцам удалось замкнуть тройку лидеров. По мнению учителя физической культуры, дети достойно сыграли все игры. Не скажу, что характер, потому что ребята проявляли в течение всего турнира свой характер. Наверное, тут было уже кто при счете, ничей на счете забил 3-й гол и уже, так скажем, на контратаках команды забивали свои голы. В соревнованиях приняли участие школьники 5-6 классов. Среди наших спортсменов как игроки детских футбольных клубов, так и заядлые любители. Отличился на чемпионате Дионис Кивелов. За 5 игр он забил 17 голов и стал лучшим нападающим. Наших соперников были высокие защитники, а наша тактика была выбивать от ворот мяч, и чтобы я играл головой, принимал и забивал. А высокие защитники мешали мне играть. Это первая яркая победа школьной команды в футболе. Для того, чтобы поехать на чемпионат республики, спортсменам пришлось изрядно постараться. В рамках турнира Национальной школьной лиги «Былгары-Доб» гимназия номер 3 сначала одержала победу на городском этапе, что позволило отобраться на областной турнир и уже там вновь одержать победу. Таким же образом наши спортсмены попробуют выиграть путевку на чемпионат Казахстана уже этой осенью. Тренер команды сообщил, что с ребятами будет проведена большая работа и в ближайшем будущем мальчики вновь заявят о себе. Дарья Чеканина, Ирина Ненашева, Николай Шевелев, 5-й канал.